Основные принципы научных исследований и разработок в Эстонии определены в Законе об организации исследовательской и прикладной научной деятельности. Этот закон устанавливает базу, обеспечивает правовые средства для сохранения и дальнейшего развития сферы науки и технологий как составной части эстонской культуры и экономики. Формирование политики и постановку целей осуществляет парламент Эстонии, Риигикогу и правительство республики. Совет по науке и разработкам консультирует по вопросам, относящимся к научным исследованиям и разработкам. Министерство образования и науки проводит в жизнь государственную политику, организуя финансирование и развитие деятельности исследовательских и прикладных научных учреждений. Министра образования и науки консультирует комиссия по научной политике. Все министерства должны выполнять мероприятия по научным исследованиям и разработкам в подведомственной им сфере. Министерство экономики и коммуникаций ответственно за планирование, координацию и проведение деятельности по научным исследованиям и разработкам и инновационной политике, относящейся к бизнесу. Министра экономики и коммуникаций консультирует комиссия по инновационной политике. Эстонское научное агентство обеспечивает научные гранты для ученых, поддерживая международное научное сотрудничество и контактную базу данных в рамках программ исследований и разработок ЕС, развивая эстонскую научно-информационную систему ETIS и поддерживая деятельность по популяризации науки. Фонд «Архимедес» координирует и воплощает различные международные и государственные программы и проекты в сфере обучения, образования и научных исследований. «Архимедес» является также исполнительным органом «Дора Плюс», «Кристина Яка», «Эрасмус Плюс», «Эйник Нарик» и ряда других программ и учреждений. Эстонский фонд развития предпринимательства продвигает бизнес и региональную политику в Эстонии. Эстонский фонд развития предпринимательства является одним из крупнейших учреждений в системе государственной поддержки предпринимательства. Он обеспечивает финансовую помощь, поддерживающие меры консультирования, возможности сотрудничества и обучения. Эстонская академия наук является ассоциацией ученых и преподавателей высшего уровня, наделенных обязательствами и ответственностью за продвижение научных исследований.